Пошивка сывороток, производство кукол ручной работы и шоколада. Все направления креативного кластера Самары должны получить поддержку. На выездном мероприятии двух комитетов губернской думы сегодня выяснили, в какой помощи нуждаются те, кто работает в сфере арт-индустрии. К примеру, есть идея пробудить интерес к будущим профессиям у детей с ограниченными возможностями здоровья. Но пока закон не позволяет оформить такое направление деятельности. В креативной отрасли не хватает обучающей составляющей. Озвучили предприниматели, ремесленники несколько проблем, которыми мы будем заниматься. Но первоочередная – это внесение акведов в закон, что даст им возможность, ну, так скажем, легализовать свою деятельность в плане самозанятых. Закон о креативных индустриях был принят в январе текущего года по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Он объединяет всех людей, которые создают вещи своими руками. Но оказалось, что закон действительно очень нужен, он востребован, его ждали. И наша задача сейчас, как законодатели, посмотреть, как работает этот закон, что там в нем не работает, доработать. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, «События».